наша творческая семья Алена Ака будет заниматься творческим стихотворением авторским «Мамина любовь подобна Божией». Желаю всем удачи, успеха и очень рада присутствовать. Мы из команды «Милашки» из детского сада номер 2 участвуем в конкурсе на семейном фестивале. Мама, папа, я творческая семья. Мы хотели своим парам показать семейную ценность. Спасибо вам всем.